Ирина Мастерова – коренная видновчанка. Ее, как и многих других, беспокоит экологическая обстановка в нашем когда-то городе-саде. Женщина помнит еще те времена, когда на месте новой застройки были поля и леса, где люди гуляли и дышали свежим воздухом. Чтобы обратить внимание горожан на проблемы экологии, вместе с единомышленниками она решила создать сайт, который должен был стать информационной и познавательной площадкой для всех неравнодушных природе граждан. Как не побороться за экологию? Вырубаются деревья. Сколько деревьев вырубили? Липовые аллеи. Места для отдыха сокращаются вместо того, чтобы расширяться. Ну вот хотелось как-то улучшить это, хоть чем-то помочь родному городу. Я бы вообще, будь моя воля, я бы все засеяла полевыми цветами. Сайт, он необходим Ленинскому району и жителям Ленинского района, потому что где мы сейчас черпаем информацию? Конечно, в интернете. Долгие годы Ирина работает в районной библиотеке, где, в частности, и черпает информацию для размещения на ресурсе. Идеей экологического сайта она заразила и своих коллег, которые теперь помогают ей его вести. Материалы мы берем самые разнообразные. То есть мы берем материалы из официальных каких-то страниц, страниц администрации, какие-то законодательные материалы. Мы берем материалы и со страниц соцсетей. Да, каких-то выкладывают там люди, просто обычные люди выкладывают какие-то проблемы. Мы берем какие-то материалы конкурсов наших библиотечных, да, то есть у нас очень большой массив. Когда она решила принять участие в премии губернатора «Наше Подмосковье», на победу и не рассчитывала, весть о том, что ее проект «Экологическая страница Ленинского района» стал лауреатом конкурса и занял 3-е место, была неожиданной. Да, радость необыкновенная. Все здесь скакали, прыгали. Конечно, потому что я не одна участвую в этом, просто начинала это все, а у меня команда, и, конечно, все очень обрадовались. Талантливый человек, талантлив во всем. Помимо всего прочего, женщина увлекается живописью. Я самоучка в этом отношении, то есть как вот вижу, так и рисую. И вот во многих местах, ну, то есть пробовала и акрилом рисовать, и, в основном акриловыми красками. А тут вот что-то на акварель потянуло. И вроде получается, вот решила здесь немножечко выставить. Даже свою внучку, вот эта внучка моя рисовала. Это мои, а это моя внучка Анечка рисует. Ну и невозможно было не заметить, что картины ваши тоже связаны с природой. Ну да, я очень люблю и природу, и у меня дача есть, и я вот оттуда черпаю силы. Выигранные 50 тысяч рублей она намерена потратить на модернизацию сайта, чтобы сделать его более удобным для пользования и продолжить прививать жителям района любовь к природе. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.